Добрый день, с вами Елена Алинова, Музей тактической медицины. Прошу прощения за долгое отсутствие на канале. Рада новым встречам с моими подписчиками и случайными зрителями моего канала. Давайте сегодня разберем ошибки при внутривенных инъекциях. Ну, где-то месяц назад, полтора, проходил небольшой зачет у нас. И от каждой группы по студенту должны были сделать внутривенную инъекцию. На мне, сразу скажу. По результатам этой инъекции всей группе ставилось плюс 1 балл или минус 1 балл. То есть видео можно назвать «Один за всех» или «Одна за всех». Вполне такое название к нему бы подошло. Но наша цель – разобрать ошибки внутривенных инъекций человека, который делает это первый раз. Все набирай, да? Ампулу поднимай вверх, ампулу вверх поднимай. Там вот закрыть, аж придется закрывать пока. Не забудь поршень на себя лучше потянуть. Лучше на одежду делать. Когда попадешь в вену, лучше, лучше на одежду. Если одежда есть, лучше на одежду. Я не понял. На узел не надо, лучше на бантик завязывать. Потому что, чтобы вы потом могли развязать этот бантик. То есть вы натягиваете чуть-чуть. Вот, завязывать на бантик так, чтобы хвост был вверх. Чтобы тут вот он вам не мешался. Вот, все. Вот в этом, да? Да, так вот делать кулачком я делаю, работаю. Потом обрабатывайте. После того, как обработать, нужно несколько раз, чтобы такая была. Вон там антисептик еще стоит. Обработать надо как следует несколько раз. Не само место инъекции, а еще вокруг. Да, ватчик выбрасывайте, еще раз берете, обрабатывайте. После того, как обработали, пальцем тыкать вену нельзя. Если потыкали, убедиться, что она на месте, то нужно потом еще раз еще обработать. Еще одна ватка именно непосредственно без инъекции. Все, ватку можешь оставить. Можно, кто в кулачок ее берет, чтобы она не скатилась. Кому как удобно. Неправильно. Иголка внизу должна быть. Вот, ну так. Срезом вверх. Молодец. Ой, сейчас на руку стрясусь, я не могу. Не бойся, так. Лена, хороший, поэтому тут вы мимо не попадете. Правильно. Поршень на себя. Кровь пошла? Да. Жгут развязываем. Тянула. Все, теперь в воде. Сейчас у нас крови в шприце больше, чем лекарства, поэтому... Держи иголку, ты шприц держишь, иголку держи, чтобы не шевелилась. Вот. Николай будет монтировать долго. Ну, блин, извините, я по-другому. Палец. Не вижу. Лучше палец с иглы убрать, чтобы вам было видно лекарство, что вы вводите. Ой, извините. Вот так прям серединкой накладывайте. Сверни его немножко. Можно вдвое свернуть, вот так будет лучше нажимать. Вот. И туда-обратно замотать. Вот так? Ну да, чтобы не очень туго, но так, чтобы он прижимал. В первом видео у нас какие ошибки? То есть при инъекции шприц, вот посмотрите, шприц он неспроста, вот так расположен, да, то есть здесь внизу, вот иголочка должна быть вот это внизу. Для чего? Когда наклоняемся к вене, она должна быть, ну, более параллельно вене. Удобнее так делать. Вот. При инъекции, которую делала девушка, как ни пытались, вот ей объяснить, шприц был повернут вот таким образом. Вот, и, разумеется, угол достичь нужный уже не получается. И инъекция будет проходить под другим углом. Выше вероятность проколоть вот вену. То есть вот так уже. Иголка должна располагаться, шприц и иголка должны располагаться вот так вот. При. Ну, это потом уже придет с опытом. Во-первых, воздух, если немножко в лекарство осталось вот здесь вот воздух, во-первых, воздух будет находиться вверху, вот все понятно, и при введении лекарственного препарата он останется вот здесь вот вверху. Во-вторых, иголка будет вот так вот параллельно
к вене. Это вот одна такая небольшая ошибка. Небольшие ошибки, недочёты. Потом вот так вот фиксировать иглу, даже если мы не планируем продвигать, все-таки лучше не надо вот так вот трогать иглу, вот так, вот так. Вот дальше конюли, пальцы продвигаться не должны. Потом при наборе лекарственного препарата иногда вот так придерживают иглу из ампулы и придерживают вот так иглу, чтобы лучше попасть в ампулу. И этого тоже делать нельзя. Вообще иглы не надо касаться. Но когда лекарства выпускаем вот из шприца, все-таки лучше это делать не вот так вот, просто вот так. Вот. Кстати, вот нужно научиться одной рукой вот это вот все делать. Уметь держать в руке ампулу, набирать, открыть, открытую держать, набирать одной рукой вот так вот. Уметь делать шприцом. Вот в таком, в одно замечание нам писали, вы когда делали инъекцию с закрытыми глазами, вы, мол, еще покажите, как жонглировать шприцами. Ну, с иронией. Конечно, жонглировать шприцами не нужно, но, тем не менее, человек должен уметь вот свободно держать в руке шприц. Не, потому что, когда вот так вот очень правильно его держат, вот так, там, вот так, это всегда вызывает вот опасения у человека, которому будут вводить. Поэтому нужно уметь вот его держать свободно и вот менять положение шприца. Менять положение руки со шприцом. Это вот нужно при этом не уколоться, при этом там положить его, сделать инъекцию внутримышечно, там развернуть, положить. Поэтому такие вот движения уметь все-таки нужно. Вот. И когда выпускаем лекарства, не просто это вот так вот делать, вот, одной рукой, вот как я уже сказала, нужно это все научиться делать, а лучше придерживать за конюльку иглу. Вот так вот не надо делать, вот так, а за конюль придерживать. Почему? Потому что иногда, когда вот начинаем выпускать, истоком жидкости иголочку так вот прыг и спрыгивает, и другой иголочки нет. Поэтому или, как я уже говорила, в закрытом виде игла должна быть, что вот так тогда ее можно посвободнее вот так вот придерживать, воздух выпускаем. Или, если уже открыли иглу, все равно вот за конюльку лучше придерживать за краешек. Когда делаем внутривенно, вот когда вот так коснулись, в этом страшного ничего нет. Если мы кончик только планируем засовывать. А если внутримышечно, то это может быть в последующем абсцесс. Вот из-за таких вот прикосновений к игле. Абсцесс вместе инъекции может быть воспаление. Так, перчатки одевайте, да? Обработанные руки, одевайте перчатки. Ну, вы поняли, что у вас ответственность идет за всю группу, да? То есть у вас тоже на вас есть еще группа ответственности, что там будет страшнее делать. Ну, так страшно. Выкинь. Первый раз вы делаете, да, на человеке? Да. Вот перчатки, да, правильно, одевать вот за... Вот. Чтобы не трогать сильно. Да, чтобы не трогать сильно. Не трясись, выдохни. То я пытаюсь. Все, оставь, следующую одевай. Вот. Теперь до конца ее не натягивайте, берите следующую. Бывают перчатки немножко не по размеру, но то, у кого болтаются. Прикасаешься рукой, перчатка к руке, не прикасаться. Понятно, что этим перчаткам сейчас будут шприцы открывать, все равно они относительно стерильные, но все равно, тем не менее, лучше на каждом этапе максимально стерильность соблюдать. Тут постерильнее, там постерильнее. В итоге получается все очень хорошо. Потому что даже, видите, антисептик вот с таким носиком подразумевает, что можно локтем. Угу. Не просто пальцем. Так, все, перчаточек, все удобно на вас, да? Сейчас еще пальчик заблудился. Ну, они, да, немножко их размерят седьмой номер. Над 7 спал, наверное. Вот что первое открывать, ампулу или шприц? Ну, вроде говорят, что ампулу нужно открыть, поставить. Да, потом открывать шприц. Но кто-то умеет открыть шприц, держа его в руках, открывать ампулу. Не выкидывать. Бумажечку можно не выбрасывать, а в таком виде ее здесь оставить, потому что она внутренняя поверхность стерильная, и можно туда что-то положить. Но выкинули все, уже поднимать ее не нужно. Так, ампулу сначала обрабатываем. Да, обрабатывайте ампулу. Слышу. Перекри. Обрабатывайте ампулу. Идите, я скажу, что делать. Потому что ампулы бывают такие, как шприцы пластмассовые, бывают с ребром, что их поставишь и...
шприц открывается уже все правильно, да, то есть, знаете, там насечка. Здесь у нас, видите, есть вторая иголочка, можно было ее не вытаскивать. Это для внутримышечных инъекций, вот такие шприцы, хорошо, когда для антибиотиков, когда одной иглой разводят препарат, другой, или здесь тоже одной набирают. Когда наливаете, да, все полностью, когда набираете лекарственный препарат, вот у вас иголочка сейчас, лезвие будет вытаскиваете, туда пальцем в нее не тычете. Угу. Все это вы знаете, да? Сейчас пятерку, похоже, получите. Не факт. Так, до конца, вот видите, там лекарство осталось. Сейчас немножко, воздух спустим. Старайтесь полностью лекарство. Чтобы все ушло, да? Да. Вот по стенам не нужно, по стенам брызги такие. Во-первых, вы теряете генерал. Большое количество лекарств, вы теряете. Потому что есть лекарственные препараты очень дорогостоящие. Подними верхом. Есть, которые очень строго дозируются. Если мы вот так все по стенам разбрызгаем, лучше тогда вы вампули оставили вот эту часть лекарства. То есть аккуратненько. Также вот можно иглу открыть, оставлять капельку, но советуют многие сначала закрыть иглу, а потом спускать. Да, чтобы потом спускать, потому что вы можете не на стены брызнуть, а в глаза человеку. Ну и вообще так лишнее, чтобы аллергизация, чтобы представляете, пары будет вот этих лекарственных препаратов за сутки, какие тут будут пары, чем будет дышать медсестра. То вы кладете шприц сейчас на столик, пусть он обработает, а то положили бы сейчас на бумажечку. Вот, лоточек перед глазами. Лоточку, да. Вот, мы могли положить на эту бумажечку. Вот видите, у меня уже две дырочки есть. Вот, мне уже лечение, да, проводили. Ориентир, да, есть. Вот, жгут, да, так вот накладывать, чтобы можно было легко развязать. Так, ладно, сколько. Ну, здесь вот у меня вен хорошая, но все равно вот нужно так их... Максимально надуть, потому что иногда это бывает обманчивое такое ощущение, кажется, она большая, но они... Вот смотрите, потрогали меня пальцем, значит, надо еще раз обработать. Ваточка у вас на готове, если вы убедились, еще раз это лучше обработать. Можете ватку так сразу не выбрасывать туда, а смотрите, одной рукой удобно натянуть вот этим большим пальцем. Вы берете у меня руку, да, натягиваете вену. Сначала вдоль вены немножко делаете, вот так вдоль вены. Прям можно не над веной, а вдоль вены. Вы что меня боитесь-то? Подождите, иглу в это ворами все держит. Все, давайте. Сначала немножко вдоль вены, чуть-чуть. Чуть-чуть вот так вдоль вены, и потом... Поворачивайте, вену прокалывайте. Вы ощутите в пустоту. Вот видите, прям иголка хорошо сейчас видно, что вы идете просто вдоль вены. Да. Чуть-чуть вниз вот так прокалите вы ее. Да, все. Вы меня-то прокололи тоже, нет? Вроде бы. Это, на себя поршень потяните, да, немножко. Да, контрольно. Не прокололи вы вену-то. Вот чуть вы поверните шприц. Подожди-ка. Вот так вот немножко. Вот. Ага, вот, то есть ощущение пустоты вы почувствовали. На себя потяните немножко. Вот, убедились, что кровь есть, да. Теперь вводите. Не надо задирать кончик иглы вверх. И шприц держите так, как держите, иначе вы прокалываете вену. Теперь вводить лекарство. Вот. До половины введете. Если вот какие-то сомнения, можете еще раз попробовать убедиться, еще раз на себя потянуть. Видите, сейчас я вашу руку держу, чтобы вы, потому что вы когда вводите, вы норовите дальше иглу протянуть и меня проткнуть насквозь. Не надо этого делать. То есть в одном положении зафиксировали шприц, и все, и вы уже контролируете себя. Попробуйте еще немножко на себя потянуть. Вот, видите, все, давай дальше вводите. Вот, ну все. И главное, быстро руки. Так вот. Теперь нужно шприц, иголку, вот кровь не капать, не разбрасывать. Сразу нужно закрыть. Мы будем утилизировать сейчас, да, в группы, контакт группы Б, отходы группы Б. Поэтому никаких капель, ничего не должно быть. Вот, пока тут положите, сейчас будем утилизировать.
Так, только я, наверное... Да, жгут, когда... забыл снять там. Но мне очень туго было. И я тоже молчу. Не сдала. Нет, ну это я тоже, я сижу молчу. Но мне очень туго было, поэтому все туда. Да, все туда. Так, давай скорее вот здесь бабочку сухую. Приклеим. Надо сухую ватку приклеивать, да? Почему? Потому что иначе, если со спиртом, мы там сожжем. Да? Я вот да, и поверхочку так делаем. Докручиваем туда-обратно, вот так вот. Чуть-чуть потуже можно, чтобы она все-таки так давила. Угу. Чуть-чуть потуже. Ну и руку я буду сгинать, она будет такая давящая повязка. Если сделать пластырем, то, наверное, не такой будет. Не, ну может пластырем, но пластырь тоже кожа нежная на сгибе. Пластырь раздражение дает. У нас какой-то пластырь был одно время. Лучше на бантик завязывать, чтобы можно было, ну, чтобы можно было просто сам человек потом развязать через какое-то время. Не шок, не сестре. А, идите мне разрежьте, я снять не могу. Так. И во втором случае забыли снять жгут. Но если жгут наложен не сильно, то есть вены, они вот так вот слегка сдавлены, то крови будет идти, с током крови лекарства будет идти. Но вот этот вот момент очень важный. Вот я даже забыла, потому что все внимание было на шприц, и забыл снять жгут, забыли, я и даже прозевал момент. Вот. Так что вот такие мелочи, за ними следить нужно. Надеюсь, что-то интересное вы для себя подчеркнули в этом видео. Желаю всем всего доброго. До новых встреч. Пока.